Ну, всем здорово, в общем-то, значит, что стало с Bubble Class'ом сейчас? Давайте я вам все объясню. Последнее обновление добавились три игры, в общем-то. И давайте начнем с Классмена. Здесь, ну, все то же самое, что и в Пакмене, но иногда дурка может застревать. Ура, наконец-таки! Ура, наконец-таки! Они зависли, они зависли, они зависли, они зависли! Класс Бёрлд! Как ты плачешь, Бёрлд? Играется, блядь. Ну, здесь так, я знаю. Я тут легче. Я не думал, что тут легче. Bubble Bonk я не могу показать, потому что... Новые ящики, давайте посчитаю, сколько их там. Раз, два, три, четыре, пять. В общем, много. Бля, добавьте G-Sub ящик. И не обращайте на меня, как я делаю кастомный ящик, блять. С устройства удобнее загружать, чем через ссылку. Конец.